Фэшн-дивы по-северному. Ученицы школы моделинга из Ненецкого округа вернулись с недели моды в Пятигорске. О прошедшей поездке расскажет Катрина Тайбарей. Там было очень круто, мне очень сильно понравилось. Впечатление просто куча. Своими впечатлениями от поездки делится участница показа Карина Карманова. На Северокавказскую четвертую ежегодную неделю моды девочки отправились от школы моделинга. Они представляли Ненецкий округ на дефиле модной коллекции дизайнеров России. На четырех красавицах из Заполярья были наряды от дизайнера Марины Шик. Подготовка девчонок на подиуме. В свои 12 лет Карина уже уверенно чувствует себя на подиуме. Благодаря занятиям в школе моделинга, девочка хорошо натренирована демонстрировать одежду и правильно нести себя и наряд на дефиле. Но тем не менее, волнение присутствует. Сначала было волнительно, но потом я поняла, что это очень классно, что я уже большая молодец, что попала на эту неделю моды. Мне очень понравилось, я была просто красотка. Мне сделали макияж, прическу. Помимо модного показа для моделей из Нарьян-Мара, провели мастер-класс по актерскому мастерству, экскурсию по Пятигорску и, конечно, не обошлось без фотосессии в горах. Мы прошли, там было очень много людей. Мы нашли Марию Шик, и мы стали примерять платье. Потом у нас прошел генеральный прогон. Мы там повторяли, как мы будем ходить. Потом мы стали готовиться, делать прическу, макияж. Модельная школа существует уже около 2 лет. На занятиях для девочек преподают фотопозирование, психологию, хореографию, дефиле, детский фитнес и многое другое. Самая наша главная цель и качество – это развить детях их сильные стороны. То есть показать, чего они умеют делать. Не показать им, что им нужно доработать, а показать в том, в чем они сильны. Для того, чтобы они были уверены в себе и для того, чтобы в жизни они смогли большего достичь. И это мы делаем через определенные занятия. Девочки приехали вдохновленными, получили хороший опыт работы на подиуме и доказали себе, что все в их силах. Катрина Тайбарей, Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».